Я сначала убрал из рациона алкоголь. Вообще? Встречаюсь два чувака, один другой говорит: слушай, я тут не прыгаю с 9 этажа. Вообще? Вообще? Вообще-вообще? Ну, то есть настолько вообще, что даже на свой день рождения я выпиваю писяшку. Я даже на Новый год не чокаюсь шампанским, я его не пью. Даже на 23 февраля, на 8 марта бутылка вина, ужин при свечах. Вообще. Кстати, есть люди, которые на земле живут и не пьют вообще. И, кстати, большинство людей, с которыми я встречался, с которыми общался, которые перешли на правильное питание, очень многие на вопрос, а с чего все началось, я однажды осознал, понял всю совокупность информации лжи об алкоголе и отказался от него. И это было большой, мощной ступенькой на новый этап развития моего, потому что очистил сознание, начал больше понимать, больше чувствовать и начал задаваться как минимум вопросами. Хотя на здоровое питание уже более осознаешь проблему в алкоголе. То есть автоматически она отваливается, не нужно прикладывать усилия. Да, да, да. Короче, есть ряд социальных проблем, и прежде чем эти проблемы попытаться устранить, необходимо устранить их причину. А еще раньше необходимо понимать, то есть отдавать себе отчет, что эти проблемы вообще существуют. Если ты их не осознаешь, то ты их не способен решить. Как только ты осознал их наличие, есть возможность меняться.